Уверенная победа – результат комплексной работы тренера, команды, наличия условий и постоянных тренировок. Так считает капитан женской команды Крымского федерального университета по волейболу «Крым» Виктория Иванова. Опытный коллектив второй год подряд удерживает пальму первенства в крымском отборочном этапе чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Но даже для них не все игры были простыми, и это нормально. Спорт непредсказуем. Самая сложная игра была с медуниверситетом. Дело в том, что у нас одна девочка, основная связка, получила травму, спины, поэтому мы вынуждены были играть впятером. Но мы справились, 2-1, мы выиграли эту игру. Это была достаточно волевая победа, мы были заряжены на дальнейшие игры. К этой игре уже подошли достаточно... с опытом. Мы знали, к чему нам готовиться, какие игроки. Рассчитывали только на победу, только 2-0. В чемпионате принимали участие 9 мужских и 5 женских команд из разных подразделений КФУ, а также других учебных заведений Крыма. Исход финальной схватки женских команд был ожидаем. Но и оппоненты, коллектив Агротехнологической академии, руки не опускали, сражались с полной самоотдачей. Такая жажда победы вдохновляет других студентов, закаляет характер и улучшает престиж вуза. Мы ждем от них победы. Мы ждем, что на следующее соревнование они будут одни из лучших у нас в России. Но все начинается вот с таких спортивных залов, где ежедневные тренировки и, самое главное, желание себя реализовать в спорте. Среди мужских команд победу в чемпионате завоевали волейболисты факультета физкультуры и спорта Таврической академии. Их высокие достижения отметили и организаторы. Самый жаркий бой у ребят был тоже с представителями медакадемии. После регионального этапа, который проходит на территории университета, участники, победители имеют право выступать на любительских всероссийских соревнованиях, которые, как правило, проходят в городе Казань в мае. Кроме того, участники получают и много других бонусов, например, повышенную стипендию, возможность участия в региональных турнирах и, конечно, призы от вуза и партнеров чемпионата. Александр Шагапов, Никита Шостак, пресс-служба Крымского федерального университета.